барабанщица. Это что за косые классики? Это тоже новшество какое-то. Ходи, я спать не хочу. Соня, Соня. Да, нагулялись мы уже. Ой, много. А вот так. О, даже прерывистые какие-то. Вот это да. Вот это да. Вот это ты и мастер. Кто тут? Семечки. Мы на улицу идем гулять. Артурчик, так положи на место, что трогаешь? Это наш балкон. Голуби вот тут яйца несут, да, Артур? Ну, ложи на место, Тёма. Да, я зайду, Тёма, на балкон. Тёма, да, я зайду на балкон. Позавчера было одно, сегодня второе. Да. Да? Да, хочу посмотреть, какие там красивые. Голуби, голубята. Голубята, что-то я вышла тут. Мы тут разделись так сильно. Вроде бы с окна жарко. Но я оливки взяла одежду. На всякий случай. Штаны и кофточку. Да, Оливочка, что-то мне кажется, мы разделись. Оливка, не надо с рук вырываться. Мне неудобно. Да чего ты делаешь? Вырывается с рук. Все, на улицу пойдем гулять. Оно легко ломается, кстати, так что осторожно. Легко. Угу. А если хочешь, давай, я не делаю. Погладь-то. Погладь. Погладь кота. Бананчик тут такой спелый, вкусный банан, обалденно. Сладкий-сладкий. Оливочка! На, держи. С удовольствием лопает. Ой, упала. Это мне. А Тёмка нам здесь салюта принес. Так, сидит. Вот уже лучше получается намного. Я очень рада. Всего свое время, видимо. Вот так, так, так. Ой, ням-ням, ты, Бозя мой, как вкусно. Да. Холодно сегодня. А мы вырядились. О, скажи, не по погоде. С нашей душной комнаты. Никогда не понятно, какая погода. Так, так, так. Духовочка разогрелась. Что я хочу сегодня сделать? Что я хочу сделать? Я сегодня полазила по своим полочкам. Смотрите, что я нашла. Какую штучку классную. Это же я покупала еще очень давно. Еще Тёмочка маленький был. В общем, горшочек. Ну, для одной порции, вот на малыша. И она мне пригодилась, представляете, только сейчас. В общем, отлично, что я нашла. Хочу Оливии запечь яблочко сладкое с морковкой в духовочке. И, так, кожуру я потом сниму. И сблендерить. Вот так вот. Вот в духовочке оно у меня все и запечется. Так, отлично. Так, закрываем. Слушайте, прям идеально. Вот так вот. И все, и буду запекать. Оп. Классно. Такая хорошенькая. Смотри, что я нашла. Помнишь, покупали, Арина? Ну вот, отлично. Я думала, в чем мне запечь? Думала, в силиконовой форме. Смотрю. Какая красота у меня стоит. Стоит, она мне тут улыбается. Поспала часик всего лишь. Оливка? Ой. О, какая ты сильная. Ой. Малышка за мной поползла. Сейчас будем вещи развешивать. Так, постирала. Уже час прошел, не могу никак развесить вещи. Да, малышка. Так, я решила заодно под одну песню поставить картошку, морковочку и цукини у меня лежит. Цукини, кстати, вкуснее кабачка.
Такой прикольный сладенькая цукини. Вот чуть-чуть подсолила сейчас. Такая утятница тоже. Кстати, вместе покупали мы большую утятницу и маленькую. Вот, а потом уже, когда все приготовится, добавлю маслица оливочки. Надо купить будет оливковое масло. Оливии добавлять хорошее оливковое масло. Ну, или какое-нибудь такое ароматное, вкусное масло. Добавлять. Ну, все. А, еще запеку баклажан. Баклажан вчера у него купил. Сейчас я запеку один большой баклажанчик. Целиком, наверное. А, еще я не показала. Сейчас что? Сейчас похвастаюсь тофу. Сейчас похвастаюсь тофу. Очень просто, да. Вот оно. Всем очень понравилось. Оно как магазинное, смотрите. Шикарное. В следующий раз я хочу добавить... Больше соли добавить. Когда вот оно будет... отстаиваться. И какие-нибудь сухие специи. Например, базилик. Мне кажется, очень вкусно будет. Или что там еще добавляют, я знаю. Орегано. Ну, в общем, базилик сушеный у меня есть. Я потом добавлю, попробую. Вот так. Все кушают, кроме маленьких детей. У нас не любят такое детишечки. Ну, все. Фрукты уже стоят как минут 5. Сейчас вот это быстренько поставлю, и все будет запекаться. Так, оливка у нас в порядке наводит. Ей, кстати, очень нравится здесь играть, но приходится экстренные меры предпринимать. Все начатое завязываю на резиночке. Кроме вот этого вот не завязала. Ну, почти все, ладно. У меня нет резиночек, надо сходить за ними. И все завязать. Оливка. Ну, в общем, ей тут интересно. Вот, у меня уже все готово. Ох, горячая достала. Все запеклось. Я не буду ей, кстати, измельчать. Я хочу... Давайте пробовать кусочками. Они же мягкие. Она, кстати, ничего ни разу не давала и кусочками. Ну, а картошечку я, наверное, перемну. Вот. Ну, посмотрим. В общем, если мы на улицу скоро пойдем. Это пускай остывает. Отлично. И я поставила еще... Хлеб сегодня сделала, ну, дрожжевой, только на цельнозерновой муке. Вот тут батон один на 400 грамм цельнозерной муки. Ну, посмотрим, что получится, как по вкусу будет. Но все-таки цельнозерновая лучше, чем пшеничная высшего сорта. И баклажанчик запекается долго. Ну, вот так. Давай, давай, наводи порядок, Оливия, наводи порядок. Давай, давай, все поставим. За мамой повторяй. Вот так. И вот, вот так вот скажи. Вот как интересно, да? Ну вот так. Пускай играется девчулька. Скажи, Оливия, я что, думаю, думаете, не доползу до вас, да? Поползла, поползла. Все, пистолет. У нас, оказывается, один водный есть маленький. Только там малюсенькая дырочка. Пришлось шприц купить, чтобы наполнять этот пистолет. Тёма, там мало воды. Чем ты стрелять будешь? Тёмка, Тёмка. Оливия. Оливочка. Грибы растут. Колючие какие-то. Прикольные. Оливка у нас путешествует среди цветочков. Оливия. Все, она не сидит на месте. Скажи, я хочу путешествовать. Ну, тут вроде нормально. Арина там. Вот ее цель. Сейчас она подползет и будет ходить вдоль. Уже немножко ходит вдоль. Оливия, ты такая старательная зайка. Ну, давай, добралась. Молодец. Добралась. Оливочка. Держи, я тебе палочку дала. Так? Что? Ну и что? Поправлю потом. Оливочка, чем тебя подманить? Чем тебя подманить? Смотри, у меня палочка есть. На сегодня ходил. Все, увидела, к вам поползла. Артур, она к вам поползла. Все, закончилась вода. Так дай Тёмке, ты стреляла, Тёма нет. Артур, Тёмке дай. Вода быстро заканчивается. Давай, Оливочка, на место все положим. Ветер сегодня очень большой.
Оливочка, залазь. Так, в домик не стреляем, то мокро будет. Тёма, Тёма, в домик не стреляем, Тёма. Собак, в собачку молнию играет. Ну что, ням? Держи. Давай. Что, решила с собой взять? Овощной. Овощей накидала? Накидала овощей и кушаем, правда? Вот, скажи. Что, скажи? Кушать-то хочется, скажи. Что одни бананы кушать? Надоело, правда? Не хочет она сегодня банан, хочет она сегодня вот такую пюрешку. Кстати, кабачок затушился, довольно вкусно, сочность такой дает. Очень прикольный вкус получается. Картошка, кабачок. Ну что, как тебе? Вкусненько кушает? Значит, вкусно? Да? Все? Съела? Иди кушать дам. Что, пришла? Держи, видишь? Вот так вот. Вот. На свежем воздухе всегда вкуснее. И ты что делаешь? Ты что лапами тут махаешься, а? Что, Оливия, ростом одинаковые с Луки? Лапой только что махал, ну? Так, ну что, мы дома. Посмотрим. Арина уже тут пробовала этот хлебушек с цельнозерновой муки. Какой получился. Плотненький. Сказала, вкусненький. Пахнет вкусненько. Ну, раз Арине понравилось, значит, точно мне понравится. И, кстати, подпекся такой румяный прям. Прикольно. Все, буду дегустировать. Вот, и вот хочу сказать, что пюрешечку я перемолола. Яблоко, морковка. Очень вкусно получилось, прям очень. Оливка поела уже немножко. Морковки вообще не чувствуется. Так что прикольно можно делать. Ну что, я уже продегустировала хлеб. Кстати, очень вкусно получилось. Я удивлена прям. Я на муке высшего сорта, я даже печь не буду. Только такое очень вкусно. Так что, класс. Я рада, что попробовала испечь. Ну, тем более на такой муке более полезно. Шикарно. И, кстати, дрожжами не пахнет. Совсем, совсем не пахнет. Очень-очень приятно. А тот хлеб на муке высшего сорта, кстати, дрожжами пах. Здорово. Так, что тут у нас? Привез кукурузу Вова сегодня. Варим. Без соли варим. Хотя соли вкуснее. Ну да ладно. Так, быстренько посудку помыть и бежать к Оливке, к маминой дочке. Кусачка, скажи мне, где ты днем пропадаешь? Тебя не видно. Целый день где-то спит. Так, смотрим время. 3:00 ночи. Вот это мы с Вовой засиделись. Забыла показать, что я сделала из баклажана. В общем, здесь чеснок, соль. Ну, нужно добавлять еще тахини. Взяла и перемолола кунжут в кофемолке. Ничего не получилось. Мой-то блендер сломался погружной. Только там я могла это делать. К сожалению, не сделаю я теперь ни арахисовой пасты. Походу, ничего. Очень плохо. Очень плохо. Еще куча баклажанчиков. Вот. Сколько пюрешек для Оливии стоит. Куча баночек. В общем, это... каша из зеленой гречки, это с картошечкой, это с яблочком, а это еще овес я варила сегодня. Ну, мы иногда едим такую кашу. Очень вкусная, кстати. Сварила и перемолола. Очень вкусно. Все детки сегодня кушали это. Ну, овсяную кашу из овса. Вот, очень-очень, кстати, вкусно, чем просто из овсянки. Вот я забыла этот вкус, очень давно не варила ее, но вообще прикольно. Вот так что Оливочку подкармливать надо. Не ест она много, девчуля моя вообще.
по чуть-чуть клюет и все. Вот, и сегодня Вова привез с участка, приехал с участка, привез помидор домашних, соседи угостили, сказал. Я сегодня попробовала, и вообще не сравнить, не сравнить, на рынке просто покупал. Совсем другой вкус, кстати, наверное, съем сейчас, прямо есть захотела. Ну, совсем другой вкус, ну вот вообще, вот, я не знаю, вот так отличаются, да, помидоры домашние и... Ну, даже не магазин, а рыночные. Такие дела. Ай! Чуть не потеряла. Ну все, на такой ноте аппетитной. Аппетитно очень выглядит. Пойду доделаю видео. И пойду уже спать. Потому что уже, ну блин, уже и скорый рассвет встречать. Надо выспаться. Всем доброй ночки. Кусачка, ты как всегда атакуешь меня со своей лаской, да?